Пророков, как известно, нет в отечестве своем. У них особый символ – единица. Как жаль, что мы проходим мимо и не узнаем их строгие прощающие лица. Как горько, что их пылкие слова зажечь огонь не могут в наших душах. Мы прячемся за криком, забывая сердце слушать, и правдой апеллируем едва. Пророки, как известно, не во времени живут, у них особый символ – бесконечность. Они стяжают истину, Спасителя зовут, жестокость обращая в человечность. Как грустно, что их добрые глаза не могут растопить ледник из фальши. Мы каждый раз заходим в темный лес грехов все дальше, идем вперед, а движемся назад. Пророки древних царств, поэты наших судеб, достойные Создателя сыны. Пройдя путем этаст, отдав свой голос людям, на вакуум внимания они обречены. Пророки наших дней, орфеи звучной лиры, духовно-смысловой ориентир. Пройдя тропой огней, не сотворив кумира, спасают от погибели запутавшийся мир. Пророкам, как известно, мир не ставит обелиск. У них особый символ – Божья память. Они всегда открыто принимают страх и риск и гордо поднимают веры знамя. Как больно, что их мудрые уста не могут нам раскрыть природу крыльев. Ведь мы живой душе предпочитаем изобилие, склоняя в суе день и ночь Христа. Пророки древних царств, поэты наших судеб, достойные Создателя сыны. Пройдя путем этарств, отдав свой голос людям, на вакуум внимания они обречены. Пророки наших дней, орфеи звучной лиры, духовно-смысловой ориентир. Пройдя тропой огней, не сотворив кумира, спасают от погибели запутавшийся мир. Здравствуйте, дорогие мои. С вами передача «Лаврские встречи». Я ее ведущий, священник Анатолий Першин. У нас вновь в гостях Дмитрий Шевченко, Белгородская область. Здравствуйте, дорогие слушатели и зрители. Да, ну, конечно, слушаешь внимательно и текст, и исполнительство. Все на определенном уровне. Есть и некоторая смелость, потому что, ну, в этой области нужно же, как бы,
свое мнение, да, и даже это, можно сказать, и богословское мнение, потому что это такая вот область. И, с одной стороны, опасная, потому что, действительно, мы говорили уже в прошлой передаче, что слово, вот его и так можно, и да. Когда пишется текст, надо же его четко сверять с писаниями, со священным писанием, с преданиями. Вот, как у тебя происходит этот процесс, и вообще, что ты, вот об этой песне что-нибудь расскажи. Эту песню вот я тоже исполнял на фестивале как раз в Александро-Невской лавре в 2013 mm-hmm. году. Это она была вместе с наш княже Александре mm-hmm. в конкурсе. Я когда писал эту песню, я как раз вот думал о пророках, которых нет в Отечестве своем опять. Я имел в виду наших святых, отца Сергия Радонежского, mm-hmm. имел в виду Серафима Саровского, Игнатия Брянчанинова, то есть людей, ты которые... Ты еще говорил, что современные какие-то пророки, да, вот, намекал? Да, да, и современных просто как бы говоря о том, что эти люди всегда имели смелость высказать свое мнение, и их никогда, ну, как мало кто их слушал, и их были единицы просто, на самом деле это был такой, как бы, ну, это было явление, поэтому mm-hmm. для этих людей нет времени, для них вот... Символ бесконечности — это то, что как раз вот для них наиболее подходящее. Тем более двух пророков, как известно, по преданию Иисус Христос живыми забрал. Я как раз вот вкладывал вот этот смысл. И то, что эти люди всегда, несмотря на всякие окружающие их обстоятельства, всегда говорили правду, и даже если это им стоило жизни, в конце концов. А то, что и древних царств, и современных и наших... Ну, вы знаете, да, вот эта пословица «нет пророка в своем отечестве», она, к сожалению, так и имеет место быть. Ну, можно сказать, это в каждой семье у нас. Может так любой сказать. Но оправдываю иногда свое поведение в семье. Да, да, так оно и есть. Поэтому, да, вот как раз, ну, конечно, что-то читается, что-то, какие-то мысли близкие для себя выхватываются. Но прям сказать, что точно, четко все там, конечно, нет. Вы говорите, нужно иметь определенную смелость. Конечно, я вот когда беру вот как бы та же песня, когда про Александра Невского, или вот это, здесь наполнение такое более современное, да, да как да. бы, и особенно что касается музыкальной составляющей. А для того, чтобы вот расширить кругозор и как бы привлечь на свою сторону молодежь, да, чтобы люди это самое могли что-то услышать, и, может быть, даже через эти произведения, через эту музыку кто-то задумывается и, может быть, даже придет к вере обратиться. Ведь не все же этот, только ходя в храм это самое делают. Некоторые mm-hmm. даже вот услышали радио, например, или прочитали какую-то литературу соответствующую, или, может, даже вот услышали песню. И... Ну, а сейчас что происходит в твоей творческой жизни? Что ты пишешь новое? Сейчас я пишу, готовишься, да. Ну... Можно сказать, это песня, как мое обращение к Богу. Ну, такое, mm-hmm. музыкальное, что ли. Ну, а о родине что-то у тебя есть? Есть у меня песня вот о России. Так, я тоже вот говорю, «Россия — это наша вера», она называется, эта песня. Я тоже дорос до этой песни, можно сказать. Написал ее в 42 года. Тоже очень интересная получилась история. То, что ехали на автобусе в ту сторону, когда вот до одного пункта придумал по дороге стихи, а в обратную сторону музыка в голове уже нарисовалась. И домой приехал, на следующий день сел к инструменту, и практически песня получилась. Вот. Но потом, конечно, это был рабочий вариант. Потом она шлифуется, отрабатывается, yeah. всякие нюансы. Придумываются аранжировки, оркестровки. Mm-hmm. Но получилась красивая песня. И сейчас пожалуйста. Можно, да? «Россия — это наша вера». Пред Господом Россия,
слезу на землю уронив, она прихода ждет Мессии, отведав дней минувших кровь и нескончаемые войны, готова вспомнить про любовь и снова стать на путь достойный, душой повинною молясь, внимает Господа Россия, в борьбе с грехами закалясь, она прихода ждет Мессии, вернув пророкам имена, примерив чистые одежды, принять готово времена неиссякаемой надежды. Россия, белым ангелом пари, твой дух силен, простым единым словом. Господь тебя хранит надежным, согревающим покровом. Немое сердце приоткрыв, взывает Господу Россия, синдром язычества забыв, она прихода ждет Мессии, и слив живой родник небес, отбросив прошлого химеры, готова вновь нести свой крест. Россия — это наша вера. Простым единым словом, Россия, пусть Господь тебя хранит надежным, согревающим Господи. По-моему, замечательная песня получилась. Спасибо, Господи. Видно, что, надо сказать, прошла. Вот, ну, да, подошло, да, в общем, да, получается, вот время, когда все, я все эту слова, песню... А хотя раньше может быть, были... Сказать, ничего лишнего нет и ни в исполнительстве, ни в музыке, ни в словах. Ну да, ну, надо дорасти, то есть должен пройти какой-то, да, период жизненный, да, чтобы, ну, написать нечто подобное. Дай Бог, что подобное. Вот это ваше творчество так оно вот, ну, стремилось к этому, к такому очищению от всего такого. Ну, это же тоже духовный рост, вместе мы растем со своими песнями. Да, Россия, да, но Россия начинается с нас, правильно же? С каждого из нас. Если мы будем ее славить своим песнями, да, вот как в данном случае, или своим покаянием в храме, или своим трудом на каждом месте. Вот и будет благоденствие наше. Ну, я тоже хочу спеть песню. Ну, она у меня вот как раз такая, о том, что если у нас не будет покаяния, сознания собственных грехов,
Вот как бы мы, что бы мы ни делали, мы будем на одном месте. Это старая моя песня, она вот родилась как раз тоже, вот, когда у меня был переходный период. Душа моя окаменелая, зачем не любишь, ищешь лжи? И где твоя одежда белая, одни мечтания и миражи? Душа моя была доверчива, но суета земных сует и жизнь пустая и беспечная затмили мне небесный свет. Короткая. Специально, чтобы дать тебе еще возможность как можно побольше попеть, поговорить. Это здорово, что когда вообще в творчестве человек имеет возможность не писать на заказ музыку, а вот когда есть только состояние души или когда есть какая-то вот определенная потребность. Mm-hmm. Ну, это как было, вот, было со стихами, то есть как бы был период в юношестве, когда я писал стихи, ну, там в основном о несчастной любви были стихи, там большей частью, хотя и на другие какие-то темы. Потом был период, когда на лет 15, когда я вообще ничего не писал, а потом как-то вот произошли события определенные в жизни. Там авария случилась, и я потом просто вообще переосмыслил всю свою жизнь. Думаю, это, наверное, звоночек. И вот после этого было много чего сказать и много чего вылилось потом на бумагу в виде песен, в виде стихов. И, ну, самое, конечно, хорошее в творчестве, да, что человек имеет возможность, ну, не писать за деньги или не писать на заказ, на потребу или на злобу дня, а пишет вот от души о каких-то вопросах, которые больше его волнуют. Как было такое же, говорит, каждый пишет, как он дышит, не стараясь угодить. Это хорошо. Я вот, когда ты исполнял вот эту песню, ну, свои песни России, у меня такая мысль, знаешь, возникла, что во время исполнения вот человек, да, ну, у него же очень много вложено сил, очень много вложено занятий. Даже вот то, что на фортепиано играть нужно, не знаю, 7-11 лет, ну, чтобы овладеть этим инструментом на хорошем уровне. Поэзия, на это и образование. И это целый образ мышления, и это столько переживаний, молитв, состояние души. И это все звучит в этой песне одновременно. И одновременно другой человек, слушая, он как бы погружается в это все передается. Это как тоже способ такой передачи, массированный, очень, очень много звуков, текста, и все это как бы, это все входит в человека. Если, допустим, человек готов к этому восприятию, это ложится на благодатную почву, как, точно так же, как в Евангелии, да? Зерно, оно может на камень упасть и не прорасти, а может вот какое-то маленькое зернышко, одно слово, упадет на благодатную почву. Что-то, и даст свои всходы. Это, и я считаю, что тем уже выполнен задача. Но мы должны все делать красиво. Я считаю так, что должно быть красиво, гармонично. Если, конечно, есть приемы какие-то диссонансные, но это как приемы. Как когда показывает человек борьбу разных, ну, сил, страстей, можно это применять, чтобы человек ощутил тоже во время исполнения катарсис такой, или подъем душевный. Вот я думаю, что это драматургия, да, как это в песне должно присутствовать. Ну, вот хорошо, если она там есть, конечно, потому что
слово «должна» — это вообще к музыке очень трудно вяжется, да вообще к любому. Когда человек что-то должен, он всегда это делает нехотя. А когда это идет от души и льется, а вот когда вы пели песню, да, или когда я там надеюсь, что в это время вот эта музыка, она оживает, она живет, то есть она есть в голове, есть она в нотах, но ноты ведь это знаки, да, это только символы. Каждый может попробовать взять это потом исполнить, да, и он может совершенно по-другому это спеть, и в абсолютно другой день это будет даже звучать совершенно по-другому. Да, вот такое вот. Такое положение вещей в искусстве. Ну, это творчество, да. Господь нам даровал это, вот возможность. Это такое чудо. Да, быть где-то чуть-чуть ближе к Творцу, попробовать что-то создать. Хотя все говорят, если бы не Творец, который вкладывает эти мысли в твою голову, ты бы ничего не написал. То есть к этому тоже надо относиться так философски, потому что Бог дает, и, слава Богу, появляется что-то. А не дает, хоть, как говорится, хоть еще это возможность, ну, уйти от вот этой обыденности, действительности, такой вот тебя сжирающей, вот этого уныния. Конечно. Я, допустим, в таком расстройстве вышел из дома какой-то, ну, когда пришел на передачу, послушал музыку, сам спел, и все. И для меня вот эта моя ситуация утренняя, она для меня, она уже какая-то она далекая, да, уже маленькая. Вот искусство дает такую возможность подниматься над суетой, над бытом и немножко парить вот, и смотреть географически, где ты находишься, вот, какой части своей жизни или своего пути. Вот, ну, как всегда, передачи очень быстро у нас заканчиваются. Хотелось бы еще что-то услышать от тебя. Да, еще прозвучит песня, тоже знаменательная во многом для меня песня, которая имеет такое название «Три красавицы матушки Адигитрии». Ну, народ ее уже называет по-разному, и просто Адигитрия, и «Три сестры», потому что писал я ее, когда возвращался как раз отсюда, с Александра Невской лавры домой. И фестиваль такой есть в Беларуси, Адигитрия называется, в Витебске проходит. Да, вы там в прошлом были. Году, да, по-моему. Да, вот эта песня мне там тоже гран-при принесла. И песня получилась, ну, я так подумал, попробовать написать песню на трех языках. На русском, украинском, белорусском. Mm-hmm. То есть каждый куплет, вот, и здесь три сестры, Россия, Украина, Беларусь. Я все-таки продолжаю считать, что славянские народы нам... Все равно должно быть. Адигитрия — общий путь у нас в любом случае. Как бы нас ни пытались всякие демоны и враги разлучить, у нас все равно единый общий путь. И вот она. Мне кажется, все ко славе Божией будет в итоге. И враг будет посрамлен, как обычно. Вот. Я, да, надеюсь на это. И вот написал такую песню, которая, как мне кажется, должна всех объединять. И привести нас к общему знаменателю, чтобы мы никогда не ссорились. Но мы все одни. Давай посвятим ее всем зрителям, да? Конечно, да. И дорогие зрители, кто на Украине сейчас, на Беларуси. Беларусь нас смотрит в Украине, да? Да. В России. Да? Пожалуйста. Красавицы, да такие, что глаз не отвест. Суждено им было прославиться, православной нивой зацвесть. Для одной наряд шив березовый, васильковый пояс дала. Белизною крыла морозною и Россиею назвала. Матерь Божия, Богородица, им так нужен свет твоего лица. Защити, спаси их молитвою путеводная. Адигитрия,
дивися, прикрасу див світ, що так ясно сяють в очах, що з колін піднімуть без сумнівів, що знесуть усе на плечах, а й для другої з вишиванкою м'якість лебідя віддала. Одружив кохання з веснянкою, Україною нарікла. Матері Божія, Богородиця, їм так нужен святий воліця. Защити, спаси їх молитвою, путеводная. Кажу, не три народилися з теплим сонійком на вуснах, ширинёй душі поділилися, показали шлях у облаках. А для третьей трель Беловежскую незабывный голос крыла, подаривши правду небесную, Беларусь имя дала. Матерь Божия, Богородица, им так нужен свет твоего лица. Защити, спаси их молитвою путеводная. Анигитрия, Богородица, Матерь Божия, ты, сестры, как две капли воды, на тебя так похожие. Вас друг с другом поссорить пытаются грязные силы тьмы. Вас Господь хранит, если вместе вы. Нас Господь хранит, если вместе мы. Если вместе мы. Очень хорошее окончание передачи. Спасибо, Господи. Да, спасибо, Господи, за исполнение, за то, что ты вот так вот, талант, который тебе Господь дает, правильно распоряжаешься им, да, Божьей помощи, да. Спасибо, Господи, батюшка. И вам новых творческих созданий, новых песен, новых творений. И новых участников. Да, и новых людей, новых, да, впечатлений, которые будут тоже нести Слово Божие людям, да, через свое творчество. Спасибо, Господи. Дорогие мои, передача закончена. С вами был я, священник Анатолий Першин, ее ведущий, и Дмитрий Шевченко, Белгородская область, автор-исполнитель. Божья помощь.